Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Давным-давно на моем канале не было никаких распаковок. Распаковок книг, естественно. И вот сегодня, после длинных выходных, я заехал на почту, в свое почтовое отделение, находящееся через одну деревню от моей деревни, и получил там две книжицы. Причем я совершенно не помню, какие именно книги я заказывал. И вот сейчас мы вместе с вами, как мы все это любим, устроим распаковку посылок. День почты, час почты, 5 минут почты. Первая книжица пришла из Ростовской области. Открываю конверт и смотрю, что там такое. Красные протоколы. Григорий Климов. Приложение к журналу «Кубань». Обсуждать мы эту книгу не будем. Это грязная националистическая литература, включенная в список, в федеральный список экстремистских материалов. Я письмо достал, Николай Иванович. И опять запрещенное? Совершенно запрещенное. Поэтому, как вы понимаете, я даже читать Григория Петровича Климова не стану. Мыслимо ли это, терпимо ли это? Доколе. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Откладываю в сторону. И беру в руки следующую посылочку. Эта посылочка прилетела ко мне из Перми. Хорошо упакована. Вот это уже поинтереснее. Это фотоальбом, на мой взгляд, лучшего русского спортивного фотографа Льва Бородулина в объективе «Спорт». Этот альбом вышел в 1970 году в Москве в издательстве «Физкультура и спорт». Но это не точно. В издательстве «Планета», извините. А двумя годами позже этот альбом был изъят из всех библиотек. Потому что Бородулин уехал за границу. Лев Бородулин был еще в 60-е годы признан лучшим мировым спортивным фотографом. Кстати, интересный факт. Самый первый на территории Советского Союза радиальный рыбий глаз, произведенный фирмой «Никон», был у Бородулина. И подарила ему его фирма в благодарность за сделанные на Токийской Олимпиаде фотографии. Лев Бородулин в объективе «Спорт». Теперь я аккуратно уберу в пакет остатки упаковки, потому что никогда нельзя оставлять мусор на природе. Я всегда складываю все в автоматический мобиль и выбрасываю это в положенное место. Это была распаковка после долгой паузы. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится время от времени наблюдать, как я получаю различного рода книжицы. Пишите комментарии.
вы можете помочь каналу, перечислив свой донат на номер карты, которая находится в описании под роликом. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра, для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.